Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi Pad 6s Ultra. И сейчас я покажу вам, что делать, если вы вдруг забыли пароль от вашего устройства, как в таком случае сбросить его и все настройки. Итак, для начала нам нужно отключить наше устройство. После его полного отключения мы зажимаем кнопочку питания и увеличения громкости. После появления логотипа отпускаем кнопочки. Попадаем в режим recovery. Здесь нам нужно выбрать wipe data. И далее выбираем wipe all data. Соглашаемся. Нажимаем back to main menu и reboot, the system. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.